Сегодня у нас воскресенье, 21 февраля 2021 года. Вот я вас буду знакомить с достопримечательностями Витязева. Раскручивать надо Витязева, показывать, что есть. И вот один из объектов — это православный крест. Они стоят на объезде в Витязево как со стороны Симферопольского шоссе, со стороны аэропорта, так и вот со стороны Пионерского проспекта. Сейчас я знакомлю вас со стороны Пионерского проспекта. Вот он такой крест. Здесь, видите, укладывают, плиточку меняют. Вот здесь уже будут менять все, озеленение. Ну, вот такие кресты имеют место на Краснодарском крае, их полно. Я считаю, что это как-то все выглядит вычурно, показушно, как-то смотрится аляписто, но живя здесь продолжительное время, я уже видел, что туристы с удовольствием возле этого креста фотографируются, отдыхающие, потому что приезжает здесь народу много, ходит здесь много, к Пионерскому проспекту, и поэтому этот крест стоит с ним познакомить. Еще раз напоминаю, он находится на въезде с Пионерского проспекта и с верхней дороги. Вот она идет. Это Пионерский проспект и верхняя дорога. И сейчас я этот вам крест покажу уже с другой стороны. Здесь вот Фиолетта, четырехзвездочный отель. Вот крест стоит, смотрится уже с другой стороны. А здесь у нас уже пошла улица Горького, Витязева. Вот он, видите, распятие Христа. Сына Божий, Иисус Христос, сохрани, Господи, весь сию. Ну, вот такой вот крест. Так что изучайте историю Витязева, достопримечательности Витязева, посещайте, есть что посмотреть, и приезжайте, отдыхайте, не только море и солнце. И начните вот с одного из крестов. Всем пока-пока, чао.